Топлива мало, а пища заканчивается. Уже 2 месяца 22 украинца и 1 россиянин находятся на борту арестованного судна «Нью Орион» в Китае. Проблемы начались в конце декабря, когда судовладелец из России перестал платить морякам деньги. Более того, он не оплатил якорную стоянку в Малайзии и услуги судоремонтного завода в Китае, поэтому судно арестовали. Судовладелец отказывается подставлять, или у него нет этой возможности подставлять продовольствие на борт судна, ну и топливо тоже. На борту судна моряки нуждаются в медицинской помощи. Наша организация отправляла письма, претензионные судовладельцу, но, к сожалению, ответа не получили. Сегодня нами было написано обращение Министерства иностранных дел. По данным спутниковой навигации, судно «Нью Орион» продолжает стоять на реке Янзы, которая, кстати, проходит через эпицентр вспышки коронавируса города Ухань. Среди моряков есть больной с паховой грыжей, врачей к нему пока не пускают. В фоне говорят, что решить ситуацию можно только юридическим путем. За судном тянется целый шлейф нарушений за последние 5 лет. Нужен поиск адвокатов, нужно обращение к адвокатам и... Ситуация, к сожалению, может затянуться на время. К сожалению, у моряков закончились контракты, и сколько это продлится, сейчас, я думаю, что никто не может сделать никаких прогнозов. В фонде пока не знают, почему моряки решили оставаться на борту. Допускают, что они хотят получить свои деньги, а если покинут судно, рискуют их потерять. Сейчас фонд «Асоль» пытается подключить к решению проблемы Министерства иностранных дел.